стенах ОГУ выявляли таланты. ВУЗ в очередной раз провел студенческий Дельфийский фестиваль. Вечером 2 декабря на сцену вышли биотехнологи, историки, физики, математики и медики. Фестиваль будет проходить несколько дней, а 6 декабря завершится гала-концертом и награждением самых талантливых. Для нашего университета это довольно хороший уровень. Мы показываем таланты. Кто-то у нас профессионал, кто-то любитель. То есть у нас как бы все находят друг друга, и выглядит это очень даже, я думаю, что выше среднего уровня, да.